Ничего себе, тебя на видео я сниму, как ты плитку кладешь. А? Смотрел, смотрел. Нет, скажи, она сама у вас кладется. Да. Мы так. Ну, типа, думаю, сейчас договорятся, на приведу, типа, узбека кого-нибудь. И это. А, гастарбайтер. Ну да, говорит, это самое. Сами тут с опаской ты поглядываешь. Давайте как на хуторе близ диканьки, как галушки в рот залетает, так и плитка раз нахуй, сама так тынк-тынк-тынк. А вот бывает, знаешь что? Бывает, вот знаешь, так это самое, как тебе сказать. Бывает, плитку вот берешь, она целая, да? Ну все хорошо. Все отлично, все хорошо. Чуть-чуть шпателем стукнул. Пау! Улетела. Знаешь почему? Почему? Потому что она уже была ломана, сломанная. Я вот держалась. А, то есть типа трещина. То есть на эмали там держалась, да? Да, 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 да. Именно так. Да. Чем ты хочешь? Ну а что, а умею делать? А, по своей любимой работе? А? По своей любимому делу? Ну да, типа это самое, как сказать. Какие-то проблемы, потому что с такой зарплатой, блядь, вряд ли там чего. Вряд ли чего тут. Жить-то надо. Хуже, да. Я говорю, стал искать. Стал искать. Ай-яй. Ничего не обещай, ничего не говори. Плитка, конечно, богатая личность. Однозначно. Чуть-чуть ее приподнять, посмотрим, что получится.
Забыл. Я не в курсе, как бы. Не могу сказать. Можете давать телефон, но только скажите вам сейчас это самое. Ну, допустим, не сразу сделать за работу. Потому что там, если остается, то остается немного. Или терпеть, или искать кого-то другого. Ну, я на неделю как раз, ну, как к тебе приехал, сделал, подготовили туда-сюда. Ты ее маленько приподнимаешь, да, что? А? Приподнимаешь ее чуть-чуть, да? Чтоб она... Нет, я ее приподнимаю чуть-чуть. Чтоб... И это... Как сказать? И выравниваю на края. А вот этот левый угол-то задранный, да, получается? Ага. Yeah.
Сильно. Сильно задирается. Что, подпиливать надо будет, что ли? Или все-таки нет? Вот эту придется сильно задать. Старайся больше. Они еще крепят. Сильно, вот здесь когда вот сядешь, вот сверху не видно, а когда сидишь, видно вот это. Не мы эту ванну штамповали, так скажем. Нет, я тебе сделаю, Саша. И ты забудешь, в каком тебе месте она замута. Я бы с удовольствием бы сам купил за полторы ключи. Каждый год бы менял, да? Да. Кстати, все, ободрали уже детишки. Всю ванну. Все, ободрали, тоже думаю.
На печку тут. Какие брать? 60 косарей, да. Это 60 не... даже побольше, Саш. Побольше даже. Это тебе не это. Представляешь, это одна печка. Дорого, конечно. Ну а хуй сейчас? Что сейчас вообще? За все, блядь. Телефон. Служил. Поэтому я сам, ну, вы-то меня как бы знаете. И то, я если дал слово, то... И то я сам переживаю. То есть люди-то ждут, я же понимаю вас, что же забуду, вам надо сделать. Квартира должна работать. Десятый раз вот это. Серьезно тебе говорю. Я же самому, ты мне скажи, ну, по-человечески сделаешь, ну, блядь, потому что у меня ключа такого нет. Да, опустите. А ты уж так спокойно, да? Чего? Это если пойдет, значит болгаркой. Мужика не рассказывал, он все шел, мы с ним ехали в автобусе вместе. Он всю дорогу это, затаив дыхание, думал, как же я буду резать, а там у него керамогранит был на где-то. Сантиметр и два, по-моему, толщина, толстый был, половой. Я ему объяснил, говорю, ну плиткорез не возьмет его просто-напросто. Такую толщину он не возьмет. Так и плиткорез испортишь, и плитку все испортишь. Да, ну не возьмет. Да, просто не разрежешь, да? Да, он не возьмет ее, просто физически ты не возьмешь.
классический, ее просто не возьмешь. Ай-яй, прям в притык получается. Подрезать придется. Там, в принципе, отверстие ты можешь с запасом небольшим сделать. Там, ну, это, чашка-то большая. Естественно, это. Так. Красота. Нет, эту плитку даже нарядную. Ты же говорил слово богатое. Буду повторяться. Буду сюда приходить мыться. Исключительно. Если будут пускать. Да, если будут пускать. Когда пустить, у меня видео есть. Мы эту плитку сами клали, блядь. Доказательства, блядь. А вот это бордюр получше качество-то. Да? Да. Помнишь, что было самое на этой, у тебя на жаволна дугой они. Да,
Понятно, все. Че? Я думаю, почему зазор здесь, блядь, больше, здесь меньше, нахуй. Это вот бордюр меньше, чем эта плитка. Ну, я тебе хочу сказать, что у тебя тоже самое. У них почему-то, блядь, это самое. Как сказать? Болеть, что ли, не такое. Болеть, что ли, у них такая общая. Так сделаем, да. Будем маленько поджимать. Поджимать. Смысл? А, отжимать чуть-чуть, самое трудное. Туда, да. Хошь не хошь. Потому что он у нас на максимум. Чуть-чуть не хватает. Да. Хошь не хошь, Саша. Ну, чуть-чуть-то можно, а в принципе... Ну, будем смотреть, чтобы визуально было хорошо. Да. Потому что, видишь, она уже здесь закреплена все. У вас сколько плитки-то осталось половой? Упаковка. Сколько там? Потом метр уже примерно. Метр? Метр, да? Небольшим. Подумайте, куда ее использовать. На балконе, к примеру. Оттяни чуть-чуть. Так, горячая. Ага. На будущее, без беды. Вторая жива идет нормально, да? Не знаю. Хватит на одну плитку? Нет? Нет. Пускай потом.
сказал бедняк. Видишь, расстояние какое? Чуть длиннее вот эта вставка, чем вот эта. Замечаешь? Так, давай другое. Че? Для них показывают, как получается. На видео? А? На видео. Нет, я говорю, для них показывать. Для себя. Да и не у меня. Так на память просто. А? На память. Да уж. Сколько себя помнишь, а все. Ну, это самое. Все, ремонты. Ремонты. Камера не передает это, блеск этого, как должна блести. А, нету, да? Жалко. Риск так, что вид-то есть вроде, но так вот, как вот с глазами-то не видно, конечно. Я говорю, рубль до такой степени обесценился. Блин, мне сейчас телефон сядет, блин, с этими записями. Чудеса, да? Чудеса, наверное. Надо,
Так, надо стул на сане. Высоковато. Вот, забирай. Прошло сколько у нас? 6 часов. Замечаешь, что вы... Ну нет, как начали ложить плитку, 6 часов прошло. Когда там время показывают? Время показывает, вот ты снимаешь. А, видео-то? Ну да, показано, щелкает там. Ну я ж вот сейчас по чуть-чуть снимаю, по полторы минуты. Нет, я понял, а по на видео оно отражается? Ну да, да. Mm-hmm.